Зачастую для поисков клиентов предприниматели прибегают к услугам сторонних организаций. В частности, на рынке международном и на белорусском такие услуги предоставляет иностранная организация Booking.com. Специфика этих услуг заключается в том, что они предоставляются с помощью интернет-платформ или мобильных приложений, что в свою очередь для клиентов потенциальных предоставляет как бы большое преимущество в простоте использования, в большом количестве информации, это есть удобство. За вознаграждение, которое выплачивается организацией Booking.com за предоставляемые услуги, у индивидуального предпринимателя возникает необходимость уплаты налога на добавленную стоимость, которая взимается по ставке 20% суммы выплачиваемого вознаграждения. Кроме того, в отношении таких оборотов от реализации данных услуг на территории Республики Беларусь, они обязаны выставлять электронные счета фактуры на портал Министерства по налогам и сборам. Заполняется такая электронная счет-фактура на основании пункта 40 инструкции о порядке создания, выставления, получения, хранения и подписания электронных счетов фактур, утвержденных постановлением Министерством по налогам и сборам от 25 апреля 2016 года номер 15. Обоснован вопрос. Так как Booking.com является иностранной организацией, у которой нет постоянного представительства на территории Беларуси, нужно ли индивидуальному предпринимателю уплачивать налог на доходы? В таком случае от предоставления услуг, посреднических услуг иностранными организациями, которые не имеют представительства на территории Республики Беларусь, обязаны уплачивать налог на доходы. Однако с 1 января 2016 года услуги по онлайн-бронированию мест проживания не являются объектом налогообложения налогом на доход иностранных организаций. Таким образом, индивидуальному предпринимателю следует принять во внимание действующие нормы законодательства и особенности налогообложения в случае заключения договоров с иностранной организацией Booking.com и в соответствии с ними уплачивать налоги в срок и в полном объеме.